За этими покупателями внимательные сотрудники начали следить, как только они переступили порог магазина. Подозрение у продавца-кассира вызвал внешний вид парней. Я находилась в тот момент на кассе, зашли молодые люди, они показались мне подозрительными. Я попросила администратора присмотреть за ними, потому что они были одеты в очках и в кепке. Время было уже вечер, темно. Вместо продуктовых корзин посетители использовали куртки. Увидев по камерам, как молодые люди берут товар с полок и прячут его, администратор магазина заблокировала двери. Вечером возвращался домой, зашел в магазин купить продукты и увидел то, что директор магазина закрыл все двери. Спросил у нее, что происходит. Она сказала то, что совершается кража, и решил помочь сотрудникам магазина в пресечении данного деяния. Принял меры по задержанию данных лиц и удержанию их до приезда сотрудников полиции. Сотрудниками в отдел полиции были доставлены двое граждан 2000 и 2004 года рождения. На 17-летнего юношу составлен протокол по части 1 статьи 7.27 Кодекса об административных правонарушениях в отношении 22-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 158 прим. 1. До окончания стажировки в городском спецприемнике для лиц, подвергнутых административному наказанию, Родиону осталось меньше месяца. И этот случай в его работе можно назвать боевым крещением. Эллада Абжалимова, Евгений Зотова, Анатолий Чернов. Дежурная часть, Саратов.